Привет, друзья! Это протеины от легендарного бодибилдера Кевина Леврони. Рано или поздно все спортсмены как-то начинают связываться с спортпитом. Но далеко не у всех получается сделать нормальные продукты. Давайте разберем составы этих протеинов. Причем убьем сразу двух зайцев. Это будет сывороточный концентрат Gold Whey и Изовей, изолят. Как обычно, в нашем стиле. Разберем составы, какие плюсы, минусы. Попробуем вкус. Кстати, вкусы интригующие. Это банан персик и сникерс. А еще расскажу, где на самом деле производится спортивное питание от Кевина Леврони. Быть спортивным просто. Поехали! Итак, это сывороточный протеин. И тут надо вкратце объяснить, почему сыворотка такая популярная. Дело в том, что она легко усваивается и по своему составу содержит все аминокислоты, необходимые для восстановления спортсмена. Мало того, белок очищается от лишних углеводов и жиров. Такой коктейль легко можно приготовить практически в любом месте, и в итоге получается вкусный питательный напиток. Ну а любые физические упражнения, занятия спортом требуют достаточного количества белка в рационе. Если вы по каким-то причинам не доедаете, там мясо, творога, пожалуйста, используйте протеинчик. Итак, переходим к составу. Начнем с стандартной версии сывороточный концентрат Gold Whey. На порцию в 30 грамм мы получаем 22 грамма белка. И в пересчете это 72%. Для протеинов это нормальный, хороший показатель. Также часто спрашивают количество сахара на порцию. Тут всего 1,3 грамма. И это меньше, чем у большинства конкурентов. Ну и конечно, надо смотреть ингредиенты, из чего же мы получаем тот самый белок. И состав тут достаточно простой. Сывороточный концентрат, есть какао или кофе для отдельных вкусов и стандартный набор. Это загуститель, для некоторых вкусов это натуральный краситель, например, из свеклы, и подсластитель. Сразу можно отметить, что такой простой состав и небольшое количество ингредиентов это уже будет преимущество. Ну а как это повлияло на сам вкус, дальше посмотрим. Теперь смотрим вторую версию, это Изо Голд, то есть изолят сыворотки. Из одной порции тут получаем 25 грамм белка. В пересчете в проценты это 84%, что является нормой для изолятов. По углеводам тут намного интереснее. 0,5 грамма и из них 0 грамм сахара. Что касается жиров, тоже 0. И такое мало где встречается. Действительно это круто, и будем надеяться, что этикетка соответствует тому, что внутри. По ингредиентам. Основной компонент это чистый сывороточный изолят. Ну и дальше вспомогательные вещества, точно такой же список, как и у концентрата. А какие тогда отличия между этими двумя протеинчиками, спросите вы. Первое, это наличие лактозы. В сывороточном концентрате есть немного молочного сахара. Поэтому, если у вас плохо усваивается молочка, лучше все-таки отдавать предпочтение изоляту. Второе отличие, это процент белка. Тут 72, тут 84. И большинству подойдет обычный сывороточный концентрат. Потому как цена изолята действительно из-за очистки будет выше, процентов на 15-20. Ну и надо сказать про еще один момент, это отличие во вкусе. Так как это изолят, диетический коктейль без углеводов, без жиров, то он будет достаточно пресненьким. То есть это будет похоже что-то на воду со вкусом. Ну а концентрат будет ближе к молочному коктейлю и похож на десерт. Давайте сразу перейду к дегустации. Для изолята мы выбрали вкус банан-персик. И для концентрата это сникерс. И вот прикольно, когда балуют чем-то интересненьким. Потому что многие просто штампуют свои стандартные шоколад, ваниль и клубничный. Ну а сейчас мне придется изобразить, как будто я пью его первый раз. Понятное дело, что я уже его пробовал. Итак, сывороточный концентрат Gold Whey Sneakers. Мы обычно тестируем все протеины на воде. Так будет честнее. Сникерс на воде очень даже вкусный и не приторный. Кстати, у нас на канале был обзор оригинального протеина от компании Сникерс. Так вот, этот протеинчик ничем не хуже, если даже не лучше. Ссылку на обзор Сникерса, Марса и Баунти оставлю в описании. И подпишись на канал, чтобы не забыть глянуть. Ну а теперь Изовей, то есть изолят сыворотки. И что сказать, он ожидаемо слегка сладкий. Конечно, справедливости ради, надо сравнивать его не с концентратом, а с другими изолятами, то есть там Biotech Изовей Zero или Rule One. Но до обзора я действительно хотел сказать, что он имеет такую совсем легенькую сладость. Пока я снимал видео, он настоялся и стал более сладким. Поэтому моя оценка по вкусу ему даже там 7 или 8 из 10. Ну а кто пробовал другие вкусы этих протеинчиков, напишите, пожалуйста, с
свой отзыв в комментариях. Ну и в целом, как вам эти протеинчики. Оба протеина размешивались с водой и одна мерная ложка на 200 мл. По растворимости тоже замечаний нету. Обычно я просто бросаю протеин в шейкер без всяких там пружинок или сеточек и оставляю на пару минут. Выпускается протеинчик в банках по 908 грамм и 2 килограмма. На выбор есть несколько вариантов вкусов. Что касается цены, то в принципе весь бренд Kevin Levroni занимает такой средний ценовой сегмент, и по стоимости протеин конкурирует, ну, наверное, с MyProtein. Они даже чем-то похожи по своему такому короткому и понятному составу. Конечно, можно и докопаться, и небольшим минусом будет это краситель в составе. Пусть будет просто белый коктейль, ничего страшного. Думаю, всех интересует, а где же все-таки производится спортивное питание и протеины Kevin Levroni? При том, что сам бодибилдер проживает в США, производство этого бренда находится в Польше. Причем на Европу и восточные страны делается прям акцент. Насколько я понимаю, в США официально даже не представлен этот бренд. Хорошо это или плохо? Думаю, что точно неплохо, потому что в последнее время Польша производит очень качественные продукты. Мало того, если изучить составы, ингредиенты, то нигде не прослеживается никаких хитростей, уловок, которые могут как-то обмануть потребителя. Ну и сам Кевин, я думаю, дорожит своей репутацией и не хочет заляпать ее чем-то негативным. На эти протеины точно стоит обратить внимание, особенно учитывая стоимость. Если вам просто нужен белок для обогащения рациона или вы хотите поднабрать, останавливайтесь на Gold Whey и нет смысла переплачивать. Если у вас есть проблемы с лактозой или вы на диете, можно выбирать изолят. Ну а вообще ассортимент Kevin Levroni огромный. Есть неплохие комплексы аминокислот, претреники и гейнер с большим процентом белка. Ну а я, как обычно, побегу разбирать поставки спортивного питания Kevin Levroni в наш магазин Muscle Store. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Лайк, подписка. Пока.